травы, красавицы, цветущие. Мужчины с орденами, да, и погонами, и великие художники, чтецы, поэты, Закир, Джон, мой друг давнишний, друг Горькова Владимира Николаевича. Ну, я просто рад от всей души и хочу искреннюю благодарность объявить трем женщинам, которые именно организовали этот стол. Это Лилия Алексеевна Гнатюк, писательница из Пол. Великолепно писательница. Потом заслуженная артистка России Надежда Иванова Галина, опереточная дива, шикарная певица. И, естественно, моя любимая Живаева Лилия. Ну, да, Ольга Сергеевна, это вообще сказка, олимпийская чемпионка по гимнастике и спорту. И доктор сейчас занимается продолжением жизни. Ладно, не будем растекаться мысли по древу. Тут еще есть великие люди. Давайте тяпнем. Тяпнем, да, я представлю. А потом уже начнем. Мужчине на 70 лет я посвящаю тост тому, кто лучше всех на свете, кто встал сегодня во весь рост своих 7 десятилетий, 7 дней недели, 7 чудес, 7 нот и 7 цветов в основе, 7 верст мы знаем до небес. Мужчина уже 7 условий умножит это в 10 раз. И раз, две, мужчина, поднять бокал нам сейчас мой тост за этого мужчину. Куда побежал? Генерал, интересный добрый тяганский номер. Вам, мой дорогой, 70. Безмерно вы богаты. Богатство ваше – мудрость, сила, ум. Пусть юбилей и все другие даты не навевает вовсе грустных дум. Живите с каждым годом интереснее и молодее, и творите, невзирая на года. Вы лучшие, пусть об этом знают все. Мы вам желаем планку не снижать, и вы всегда во всем на высоте. Уверенно, блестяще побеждать. Кто ваш доктор душевный? Пусть вам с удачей будет по пути. Пусть в жизни будет счастье и успех.
отличной перспективы впереди и никаких препятствий и побед. Будьте здоровы, Сергей Иванович. Самый молодой из вас хочет сказать вам тоже, моему другу Хауменко, прекрасному человеку, прекрасному поэту, бардю, великолепный человек, который пишет песни, великолепно исполняет, и чувствует себя сразу или по второй зал очень хорошо. Давайте, ребята, выйдем за него. Браво! Дай Бог ему еще жизни, чтобы у него... Лет до старости. Лет до ста. Да, вы, за тебя. Лет до ста без старости. Давай, дорогие, будем. Все правильно, как ты Господа, слово имеет мой друг давнишний, но видимся в первый раз. Но по жизни идем нога в ногу, переживать. Но видимся в первый раз. И не в первый. Сегодня 1 апреля. Господа и дамы, а? Рудольф Фукс. Это легендарный человек, который сделал в свое время из студента Ресторического института Аркадия Звездина, Аркадия Северного, которого мы по сей день любим и уважаем. Господа и дамы, я тут представляю две творческие организации. Нью-Йоркский клуб русских бардов и питерскую организацию, которой 20 лет больше, клуб неформальной песни. Вот от имени этих двух организаций, кстати, клуб неформальной песни имени Аркадия Дмитриевича Северина. Так вот, от имени этих двух организаций певческих я поздравляю нашего юбиляра и желаю ему новых творческих успехов. Прошу. Кабак, а союз в кабаке еще теснее. Я вас всех люблю от души, не кривлю, не боготворю. В конце подарю свой новый альбом музыкальный. Называется «Имперские войны России. От Наполеона до наших, до Сталина». До наших. Но прежде я хочу, чтобы вы знали, где вы рядом. Представить всех собравшихся, дорогих моему сердцу, людей. Рудольф Фукс, я уже представил, этот человек сделал из студента Лесотехнической академии великого Аркадия Северного. Честь ему и хвала. Рядом сидит Евгений Боровик, художник, член Союза, мастер на кривлёрке от Бога. В следующем сборнике, который будет выходить, я ему тоже посвящу творение. Да, вот мистификация души моей последней книги. Это мастер шедевра. Лилия Алексеевна Гнатюк, писатель, литератор. Ею зачитывается вся матушка Россия. Это серьезно. И я уважаю и ценю ее слов, ее мысли. Она пишет не абы как бы так, рябины кудрявые, а пишет все со смыслом. Талант от природы, своеобразный самородок,
честь и хвала. Николай Кононов, настоящий полковник Советской Русской Императорской Гвардии, председатель Союза офицеров города Колпино. Что дальше говорить? Честь, ум, совесть, все при нем. Садитесь, господин полковник. Садитесь, господин настоящий полковник. Мы гордимся, пусть что сидят ваши руки, а мы присядем. Александр Верховный. О, фамилия такая. Единственный экземпляр. Верховный, это его фамилия послана с небес, потому что он верховодит своей ручкой. И даже мне подарил авторучку на юбилей, которая мне и не снилась, о которой я мечтал всю жизнь. Две, оказывается. Великий человек. Два. Хорошо. Мастер пера блестящий. Был в Америке Верховный нашего. Ну, в общем, Александр Верховный — это сказка. Наши дни. Граф. Ой, дальше я бы хотел, чтобы эта прекрасная дама поднялась во весь рост. Я уже сказал, здесь прозвучало. Надежда Ивановна Галева, народная артистка России, вот опереточная певица. Если бы осчастливит нас, споет романс или что-то порадовать. Следующая дама тоже может приподняться. Видите, я как уже выпил две стопки и начинаю командовать дамами. Это не к добру. Ляжьте, сядьте. Причем эта дама, ляжьте, сядьте, это потом. Эта дама, чемпионка по спортивной гимнастике. Теперь доктор, геронтолог, продлевает жизнь таких типов, как я. Мне сегодня бухнуло 70 колокольных ударов. Два раза я нырял в этом году, прошедшем вечность. И оба раза, благодаря усилиям врачей, вынырнул. Не знаю, если третий раз буду нырять, этот врач меня спасет. Надеюсь. Второй настоящий полковник, он почему-то пришел без орденов, да. Виктор Васильевич Мажников. Советский Союз, Россия. Как раз пришла моя джазовая вокалистка, которой я посвятил роман «Караван». Надеюсь, она будет вот здесь. Да. Я просто ее поцелую. Поставьте где-нибудь в центре стола. Ну, лучше на стол поставить, чтобы на съемках, на съемка идет. Ребята, ну, моя невеста, ну я представлю. Вот. Я одел. Пожалуйста, встань,
Сидящий рядом с настоящим полковником Мазликовым сидит... Внимание! Владимир Емельянов, профессор, академик, великий человек. Его научно-популярные книги читает весь мир. И гордится, что есть такие люди на нашем. Рядом Милия Шибаева, поэтесса и ревизор нашей организации «Русскоязычное содружество творческих детей». Приходите к нам в содружество. Деятельности нашей не находят вроде финансовых по финансам. А это в наш век коррупции очень важно и существенно. Не крадем, не крадем, не надо с нами. Но я ничего не получаю, правда. Закир Таджибоев, Советский Союз, он дружил с моим другом Горьковым Владимиром Николаевичем, легендарным, которому я посвятил песню «Люди русские». Кто сможет, в Ютубе может как-нибудь прослушать. Вот сюда. Он служил в Кронштадте матросом. Закончил юридический факультет, не скромничай. Закончил юридический факультет нашего большого университета, тогда еще Ленинград. А теперь работает юристом в Ярославном городе Санкт-Петербурге. Роберт Габитов, Россия. Известный, знаменитый художник. Его работы хранятся в лучших музеях мира. А одну работу, которую вместе с ней дарили, вернее, я участвовал в этом процессе дарения. Кришна Пушкин называется картина. Он подарил нашей всеми любимой и обожаемой королеве Елизавете английской королеве. И получил в ответ дарственную благодарность. Горжусь тобой, Роберт. Спасибо тебе. Петр Ильишенко. Встаньте, пожалуйста. Это последний гусар современности, который, благодаря своему предку, последнему лицеисту подлинному, который продолжал традицию написания пушкинских стихов на 19 октября, то есть дата окончания лицея. Вот его прадед умер в Брюсселе, Владимир Степанович Ильишенко, в 1970 году, в Брюсселе. Я ему написал стихотворение, выйдет следующая моя книга, там ему будет снег. Великий гусар современности, уходящая натура, я скажу так. Так. Светлана Смирнова, Россия, представительница Тридевяткиного царства, в котором я имею честь обитать, благодаря своему сыну Артему, который влез в ипотеку и стал барахтаться с семьей, выплачивая этот непосильный груз. Пришлось продать свою келью и рассчитаться с этим. Зато живой я как. Как в раю. Красота. Я как в раю. Супер. Я сначала думал далеко и все. Тридевятки на царство. Долмен колен на государство. Отпущусь, обленюсь. А там такая благодать. И музы, и кубок, и все в объеме полном. И такая радость. Так что спасибо тебе. Гриндандиш. Следующий. Да, Светлана Смирнова. Член Союза профессиональных литераторов. Ныне он называется Санкт-Петербургский Союз литераторов. Пишет замечательно. Я прочитал ее
небольшую вещь и даже расстроился, что так. О, Наталья! Склероз. Склероз. По праву мечты. Да. Ну, многие узнали. Ну, а театр Бог, я сразу мы просто с ней год не виделись. И что-то у меня. Ну и 70 лет все-таки скидку можно делать. Наталья Бобровничая, я вас люблю. Спасибо взаимно. И мечтаю о вашей очередной премьере. 3-го, 8-го, 12-го. Спасибо. Артем, мой сын. Культуру детям в обычной петербургской школе награждал. Прям сейчас как раз спортзал. Пример. Ольга, его супруга, моя невестка. Милая, обаятельная женщина, но работает в солидной фирме. ГОС, как она называется? Управление федерального. Страшная должность, но зарплаты не ахти. Но поняла. Да. Валерий Николаевич Наумов. Витебский кинорежиссер. Приятель Михалкова. Не упоминай Высоцкого. Да, Высоцкого. Лучше Высоцкого. Ну, сегодня день рождения Николая Васильевича Гоголя. Да, я сказала первый. И Сергей Васильевич Рахманинов. И Франсуа Биньона. И легендарного Владимира Владимировича Поздора. Сверхуми. Это художник, которого привел кинорежиссер, чтобы он меня изобразил, запечатлел пять века. А, и Ольги Дроздовой. Ну, как получится, господа, посмотрим. Дмитрий Ефименко. Блестящий актер, чтец. Мой давнейший друг. Если кто слышал имя Вячеслава Эполетова или Валерия Вестеренина, то он из нашей вот, как горды. Я слышал. Слышал? Слышал. Полетов. Да. Евгений Гимпер. Чудесный художник питерский. И такой правдолюб в красках изображений. Так доносит натуру. Но когда вглядишься, он так исказил мой портрет, что я долго ходил и мучился, неужели я такой идиот? Через 100 лет все будут говорить, очень похож. Через 100 лет совпадет. Да. Но потом пригляделся и сказал сам себе, как хорошо, так про меня запечатлел художник Евгений Гимпер. Так что спасибо тебе за него. И дальнейших хочется. Балетный мир Петербурга должен сейчас восхититься, воспрянуть и зааплодировать на ноши. Михаил Иванов, ныне издатель журнала при Мариинском театре под названием «Балет». «Балет Марк». Это единственный журнал по балету. Друг моего друга Василия Гирелла. Почему-то он мерзавец, запаздывает, не появляется. Так, теперь... А, Саша. Саша не Петравин. Где Саша Петравин? А вот Саша Петравин. Я не вижу. Ты не пьешь, не ешь. А, ты работаешь. Ну, нормально ничего. Володя. Вот еще одну барышню. Ну ладно, все, я скажу. Сашу Травина, это же мой друг по жизни, мы с ним топаем уже много-много лет и творим вместе. Это главный режиссер видеоклипов, которые крутятся в Ютубе, в интернете. Вот Александр Травин. Ну, мастер. А сегодня есть где Холменко? Холменко здесь. Еще раз, господа! Господа! Облепили. Так, смотрите сюда, улыбайтесь, делайте вид, что сегодня Владимир Иванович 70 лет. 17. Всего 70. Ну улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
Вот теперь господин Травенко Сейчас я снимаю в этом, я живу. Я снял вас, нормально, все хорошо. Сидеть еще пока. Ну ладно, Валерий Николаевич. Все, окей. Спасибо.